Доброе утро, мои хорошие. Я собралась, иду к сыну. С Леночкой. Ой, сумку взять без штатива. Они ремонт делают, попросили там помочь. Так что Любань мастерица. Сейчас пойдет помогать. Все, вроде все отключила. О, Толик уехал на деревню. А свет я выключу. Отключила. Так, сейчас закроем. Так, ребят, вдруг закрыла дверь. Еще напомню, так не бывает. Забывай, закрыла, закрыла. Пойдет мастериться, вспомнит молодость. Погодка нормальная. Время, наверное, где-то около 9 утра. Чешу называется. Старые косточки размять надо. Мне прям единственное сейчас на 5-й этаж подниматься. Высоко живет сын. Лифта нету. И ступеньки такие, вот как сказать, прям тяжелые, высокие. Вот в моем доме там ступеньки низенькие. Там поднимаешься и не замечаешь. А у него тяжеловато. Вроде бы солнышко светит, но все равно прям прохладненько. Но это, я думаю, разогреется еще. Походка разгуляется. Видите, какие палисадники у сына. Во дворе. А площадка такая... Нищебродская, ё-моё. Все, пришла. Видали, какая красавица тут Мэри? Лекси. Лекси, ай, красотка. Иди сюда, забыла вообще меня. Куда уходишь? Ну-ка, иди ко мне. Ах ты, задница. Лен пошла на кухню, она за ней побежала. Что там, Лекси, а? Ну что, иди в сумку, да, посмотри, что у меня там вдруг в гостинчике. Вообще отвыкла, да, от меня? Свекрух не переделать. Так, Ленки, блин, что тут у тебя? Гляньте, как живут, нифига себе, нифига себе. Картошечка, ой, пироженки, Короче, наверное, я остаюсь у них жить. Неплохо живут, однако, неплохо. Смотрите, какая у сыночка дверь красивая. Вот поставил. Не получается насчет с потолком. Купили вот эти 3D-листы. Они он ни хрена не клеятся. Сейчас сын позвонил знакомому. Он натяжные делает. Сейчас должен перезвонить, что почем. Я говорю, сделайте натяжной. Сделал этот натяжной и забыл уже. Тут делать коридорчик, то он маленький. Дверь вообще шкаф... Ай-яй-яй-яй! Паша! В угол встанешь! Ремня ему дай! Все, бегу! Все, любовь у нас. Лекси, дочку мне родишь? Сейчас был прикол, вот не вовремя, не снимал. Говорю, роди мне дочка. Он прям мяу, она опять вас загуляла. Ты погляди, что вытворяет. Ох, не видно. Гля, как это, вытянулась, как змея. Вспомнила бабушку, да? Бабушка давно у вас не была. Ой, ой, ой. Леночки, чавкаешь, да? Ой, ой. А с яблоком по-другому нельзя. Ну да. Ой, какая красивая она вообще. А ласковая, страсть.
Это любовь. Это любовь или любовь, Лекс? Ух ты, моя красавица. Ну, родишь дочку бабушке, внучку, и она возьмет эту внучку к себе на житье. Васька, он не ходит к нам. Мы бы тебя к нему бы отвезли бы. И было бы нам, и было бы нам счастье. Ох. Красавица. Лен, гуляй, там уж и нет. Жоп вроде не поднимает. Просто надо тащить. Вспомнила. Бабка-то ведь своя. А мурлыкает. Красавица. Ох, красавица. А сейчас гладить перестану, глядеть, что будет вытворять. Ага, ага, Тань, руку ищет. Ей сумка твоя зашла. Ага. Что там, сумочка красивая. Тебе сумку подарить, да, Лекси? Так и не могу. Ах ты, мартышка. Представляете, сноха называется, которую я дочь называю. Даже воды попить не дала. Галиночка, налей водички. Она мне ответила. Вообще-то у нас счетчики стоят. Не снимаю Лену свою. Она тут в ночнушке одета. А то уж давно бы ее засняла. Ну, что ты, как это? Ой, ой, ко мне. Ой, все. Все. Пришла домой от детей. Леночка рулет сделала. Сейчас отведаю. Меня угостила. Сейчас попробую, что за рулетик. Я прям как раз кушать хочу. Не завтракала. Сейчас отведаю. Ох. Сейчас отрежу кусочек. Не буду столешник ставить. Короче, ничего не сделали. Будем натяжной потолок делать. Сын позвонил. Договорился со знакомым. Приедут, сделают. О, с грибочками здесь у нее рулетик. Сейчас попробую. Мастерица она у меня. Грибы здесь. Ну, калорийный рулетик, конечно. Ну, ничего страшного. Грибочки, курочка копченая, яичко, морковочка по-корейски. И, по-моему, сыр или майонез. Вот это понять не могу. Вкусно. Однако. Завтрак мой. На этот раз, надеюсь, только мне столешница сделает. Все нарисовал. Измерил. Погляжу, сделает или не сделает, чтобы есть мне. Чтобы мог банки снимать. Сытный. Вкусно.
Диеты диетой, а жрать тоже надо. Ладно, моя хорошая, сегодня нам короткое видео. Что-то мне сил нету снимать сегодня. Какое-то самочувствие прям неважнецкое. На улице разогрелась, прям жара жарой. Ох, ну, какое получится видео, такое выложу вам. Хоть чуть-чуть. Спасибо, мои хорошие, спасибо, мои дорогие, за ваши подписки, за ваши комментарии, за ваши лайки. Огромное вам спасибо. Кто не подписался на мой канал, добро пожаловать. Приходите на YouTube, на Дзен. Подписывайтесь, комментируйте, не стесняйтесь. Ну и в поддержку моего, конечно, ставьте лайки. Моего канала, друзья, ставьте лайки. Все. Всем удачи, хорошего денечка. До новых встреч.